Дожди заливают южный, восточный и центральный Китай. По последним данным, жертвами непогоды стали 9 человек. Еще трое числятся пропавшими без вести. В нескольких провинциях зафиксированы наводнения, сходы оползни и селя. Нарушено энергоснабжение. Эвакуированы десятки тысяч жителей. Пострадали более 1000 домов. Прогнозы синоптиков не радуют местных жителей. Дожди на территории Поднебесной не прекратятся несколько дней.